Уже портал давно открыли, в твоих глазах печаль. Какой-нибудь гопник тебе переедет на советском велике, ладно? Сегодня у нас толчонка, берите, на воде. Хочется сказать доброе утро, но я практически всю ночь не спал, потому что то там у кого-то сериал играл с телефона на полной громкости, то кто-то там ходил постоянно, кашлял, не знаю, блевал. Сейчас рано утром какие-то рэперы тут проснулись, решили петь начать. Хозяйке пофиг. Лучше бы, блин, где-нибудь реально или в лесу, или на пляже палатку расставил бы. И бесплатно было бы. И реально просто лучше спал бы в 10 раз. Все равно сплю в своих же спальниках. Ну да, конечно, иногда бывает с хостелами и так. У меня еще будильник не прозвенел. Просто я уже забил болт и все равно я не буду спать уже. Лучше соберусь, пойду найду что-нибудь похомячить. Может, на поезде посплю. Надо ехать домой. Ну, вещи мы все собрали. Что ж, пора ехать домой. Ты уже отправляешься в сок? А, да, поеду. Да-да. Угу. Вчера я как-то влез, конечно, а сейчас будет весело. А вторая дверь у вас открывается? Не-не-не. Окей. Сейчас немножко поманеврирую. Ты что, загорел? Ну, просто, может быть, спальник был более лучше упакован. Ничего, сейчас пройдет. Сам не суйся, давай. Велосипед там. Не-не, все пройдет сейчас. Это сумка, я не царапаю ничего. Окей, ну. That went well, actually. Теперь надо его спустить. Ё-моё. Что, погнали? Ах, зараза. Тяжёлый. Ай, ой-ой-ой. Может сейчас выпасть. Только не разбиться. Так и знал. Зашибись. Не, ну собираем, что поделаешь. Нормально собрать. Я почему-то так и знал, что так и получится. Надо собрать нормально. Мы окрестили дом. Бутылка от шампанского. Здравствуйте, мне давалка, пожалуйста, 1046, который. И у меня велосипед тоже. Давалка 1046. И путь 11 был, я видел, да? Ну, я увижу на табло. Да. Хорошо, спасибо вам большое. Палдись. Принц 2. Так. Так, и все вместе вышло 7.54, да? Ох, это будет весело. Ой. О. Давай, зараза. О. Так, оставляем велик на ЖД-станции. Ничего.
ничего такого дорогого у меня здесь нету. Грязные трусы, если хотят, пускай воруют. Мы пойдем поищем что-нибудь похомячить. Дома, друзья. Где ты, Великов? Не понял. Где кондукторша? Вижу. Окей. О, теперь надо его как-то поднять, да? Ой, зараза! Чё ж ты такой тяжёлый? Ну да, теперь педаль, да? Велик сюда, понял? Так, ай-яй-яй. Так, так, да? Сейчас я отойду, ага. Так, а да, меняемся, ага. А как она? Оп. А, Палдис, thank you. Soviet bike, Soviet train. Вагон мой. Еду как король. Теперь у меня есть где-то 3,5, почти 4 часа.
что пойдем посмотрим, что здесь Волга интересного. Наш эстонский поезд уже подъехал. И скоро мы отправимся в Таллин. Что я могу вам напоследок сказать? Мы в Таллине, все хорошо, мы живы, мы здоровы. Велик выдержал. После стольких километров есть чувство гордости и благодарности. Благодарности себе и друзьям, которые верили в меня. Так что, Настя, Эдмунд, вам большой привет. Спасибо вам. А вам, дорогие подписчики, или кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, ставьте лайк, делитесь видео со своими друзьями.
Меня зовут Янис, и это канал Plain Wonders. Пока-пока. А теперь домой! Курва! Цепь сорвалась! Зашибись! Ой, у меня же нет тормоза получается. Ай, задолбало!